мы живем и руководствуемся определенными правилами поведения, правилами устройства, взаимоотношения. И сегодня мы понимаем, что назрела необходимость внесения поправок. Напомню, что действующая Конституция была принята в 1993 году. Мы достигли определенного этапа развития нашей страны. И по большому счету жизнь стала другой. Начало 2000-х ознаменовалось тем, что мы начали постепенно реально изменять свою жизнь. Мы выстроили вертикаль власти, без которой не может жить ни одно государство. Мы создали политическую и социальную стабильность в обществе. И вот настало время, когда наша жизнь уже требует внесения поправок в действующую Конституцию. Главное, чтобы мы на этом этапе внесли поправки в Конституцию, гарантирующую закрепление достигнутого во всех сферах нашей жизни и деятельности. И отсюда стартовать будущее.